Всем привет! Сегодня 24 октября. Вот вылетели желтые птенчики. Папаша кормит. Ну там у природников тоже сейчас посмотрим, уже они лезут. Вот еще один желтенький вылетел. Сейчас посмотрим, у синих там должны были вылупиться. Вот такой малыш. Ну и еще один. Самец какой. Вот самочка накупалась. Эти желтые все никак друг друга долбают. Ладно, давайте посмотрим, что там с птенцами. Ну, такие крокодилы. Блин, да им уже пора вылетать. Че смотрите? Вылетать собираетесь? Ну, хорошенький. Вот первый выводок, все нормальные. То обычно первый раз они что-нибудь там вымудряются. Так, сейчас глянем у синих. Вот у этих все, они точно там снесли. По очереди сидят. Сейчас самец. Самка там. Ну, ночью они точно сидят, я смотрел. Самец линяет. Там самочки. Ладно, посмотрим сейчас синего. Тихо, тихо. Вот самочка такая, она, блин. Не вылазит. Вот у синеньких три птенца. Так, зубики, зубики, что-то полупустые. Не нравится мне. У него что-то есть. В следующий раз это возьму синих, распорую, посажу с природником. Что-то слабенькие, синий-синий. Самочка вылетел. Последний раз я их вместе. Там как-нибудь их рассоединю с желтым посажу. Ну вот, птенцы все растут. Посмотрим. Конечно, у синих хотелось бы получить. На улице погода такая. Осенняя. Ладно, не будем тревожить, пусть залетает. Так, вот самочка полетела кормить. Пискуны распищались. Не сегодня, а завтра точно они уже вылетят. Как вылетит, еще раз сниму всех уже. На этом все. Всем пока.